Всем снова привет, мы продолжаем играть в Древние Свитки 4 Oblivion, проходим мы сейчас Дрожащие Острова, дополнение, шикарное, надо сказать, дополнение, вот, и взяли мы квест, значит, на постижение безумия, да, действительно, нам нужно поговорить с герцогом Мани и с герцогом Деменции, то есть мы сейчас можем выбрать, в какую сторону нам податься, я предлагаю все-таки пойти к Деменцию, ой, в Манию, не знаю почему, потому что, наверное, по натуре мне нравится более яркие краски, хотя это тоже все зависит от настроения. Иногда мрачные места, вообще мрачнота, так скажем, она тоже бывает притягательной. Кстати, вот место для сна, для нашего прибабахнутого чувака. Ну, на него, правда, камни могут свалиться, да? Вот здесь бы я сундук где-нибудь запрятал бы, допрыгнул до него с высокой акробатикой. Вот тебе и клад. Так. Хорошо, ну это, по-моему, в Блисе же, да, находимся? Ну, судя по небу, да. Это Блис. А, блин, нам вот так надо. Да, действительно, Блис. Так что идем. Дворец. Я немного потерялся просто. Блин, где искать-то этого черта? Так, а давайте-ка мы ускоримся. Блин, начинается. Ускорился. Понятно, ожидаем пару часов. Даже тройку часов, потому что это без... Может быть даже меньше трех часов. Ну, в смысле больше. Но нормально. Так, погнали. Все-таки прокачаем скорость. Заклинание на скорость. Будем летать скоро, как орлы. Вот, дом Мани. Сейчас с наркоманом поговорим. Спросим, что этому обдолбышу надо. Так, ну-ка. Приветствую. Чем могу помочь, сэр, мисс? Все вы для меня выглядите одинаково. Так трудно различить. Желаешь видеть Тейдона? Ну да, есть такое желание. Тейдон. Я в курсе, что ты направляешься сюда, ища встречи с Тейдоном. Да, да. Все уши прожужжали. Уже прискучило. Кто это, интересно? Он сейчас ожидает тебя. Глюки какие-то. Будет ждать, пока не перестанет. Он не ждал, но потом стал ждать. Может, и сейчас ждет. Ну, я понял, вы все здесь укуренные идиоты. Еще увидимся. Конечно, обязательно. Я скоро стану одним из вас. Консерватория Алкиолы какая. Вот здесь вот этот вот чувак в короне набивает косячки. Вот этими всякими растениями ему приходят приходы, так скажем, да, посещают приходы, он начинает рисовать вот этот бред. А что это, кстати, такое? Да, вроде грибы. А вот это вот что такое? Говори, гражданин. Ты с кем там? Гражданин, нормально. Служанка говорит своему господину. Добро пожаловать в консерваторию Алкиона. Гражданин, ну давай говорить. Ах да, вот и ты. Ты не можешь даже представить, сколько длилось мое ожидание. Так мало дел и так много времени. О, блин, не бы так. Можешь ли ты представить, сколько мне пришлось ждать? Не думаю, что можешь, хотя я могу ошибаться. А также могу не придавать этому значения. Итак. Так, тебе все равно? Все равно? Я думал, да. Но также я думал, что ты весишь больше. Посмотри, ты легче стула. Как ты так ходишь? Да на ветру летаю. Все едино для меня сейчас. Все это, все неправильно без чаши. Ведь ты не знаешь, что дает использование чаши. Конечно, нет. Тебе нужно попробовать. Ой, блин. Тебе нужно просто попробовать. Это изменит твой мир. Расширит горизонты. Уменьшение ведет к расширению, ты знаешь. По крайней мере, обычно. Так, чаша инверсии. О, так разговоры о ней до тебя доходили? Ну, вообще-то нет. Слыхом никогда не слыхивали, а название знаем? Какое странное существо. Одна из моих любимых игрушек. Способствует приливу творческих сил. Да, не сама, но помогает. Эти элитры, они умненькие маленькие жучки. Вот что скажу. Ну да, наркотик производят. Понимаешь смысл? Смотри.
Принимаешь Фелдью, затем используешь чашу, и мир становится ярче, а жизнь счастливее. Честно. Но теперь ее нет. А значит, я не могу употреблять Фелдью, потому как последствия неприятные. Я имею в виду очень неприятные. Разрази ее гром. Так. Хороший вопрос. Кто? Мы цепляемся за эфемерные вещи, даже если делаем ошибки. Я знал и все равно шел на поводу своих желаний. Я потакал и ей. Это была страсть, запретная. То, о чем говорили бы, если бы это выплыло наружу. Это делало все еще более притягательным. Из собственного дворца деменции не меньше. Скандал, возможно, фатальный. Но страсть не знает компромиссов даже для сохранения себя. Кстати, хотите прикол? Вот этот голосок, да? Ну, может, кто-то и не узнает, я вот в новках узнал. Именно этот голос озвучила Люсьена Лошанса. Тоже вычитал где-то. Какой-то писклявый, да, но там вот чувак построился, такого сурового персонажа озвучил. Ну, потом, когда, возможно, будем Темное Братство проходить, попробуйте слечить. Если вспомните, конечно, об этом. Так, ты скажи, что случилось? Борьба противоположностей, как ни странно. Все эти наслаждения и боль недоступны сейчас, будто никогда и не было. К сожалению, и чаша недоступна. У меня нет никакого желания бежать за ней самому, но если ты ее добудешь, можешь поиметь определенную выгоду. О, моя голова раскалывается, ты видишь это? Мне надо прилечь. Найди кого-нибудь, кто расскажет остальное. И добудь чашу. Угу. Так, ты дома просил меня разыскать чашу инверсии. Мне нужно найти кого-нибудь при его дворе или дворе сил, чтобы мог рассказать, где она находится. Естественно, это будет широкоглазая органианка. Она нам поможет в этом вопросе, да? Как-то светло. Куда она делась только? Добро пожаловать в консерваторию Алкиона. Вот, вот там вот, ну, когда Люсьена озвучивал, специально голос понижал, то есть тембр, все дела. А тут нарочно повышаешь, что так вот сразу и не признаешь голос его. Ну, что сказать, замечательный дублер. Талант, профессионал. Где эта дура? Она, кстати, может быть, ушла. Добро пожаловать в консерваторию. Да, наверное, может быть, сюда тоже зашла. Так, ага. Остерегайся Скейлонов. Так, беседа с Тейдоном состоялась. Вижу это. Такие беседы накладывают определенный отпечаток на людей. Довольный такой. Возможно, он упоминал меня? Или было еще что-то другое, о чем тебе хотелось поговорить? Так, знаешь, мне надо поговорить о чаше инверсии. Я не задаю слишком много вопросов о Тейдоне. Она дорога ему, и только это имеет значение. Остальное — его частное дело. Но разве он не упоминал, где она находится? О, вижу. Умно с его стороны. Твоя проблема — достать, его получить. О, добрый Тейдон. Твоя цель... Корневая нора, друг мой. И цель та еще. На самом деле с КСЕ это будет X2 по харду. Поэтому действительно цель будет та еще. Что за нора? Да, да. Удивительное место. Конечно. Чаша должна быть там. Разве ты не видишь? Это элитры. В них все дело. Чаша, Фелдью, элитры. Все взаимосвязано. Одно без другого добра не приносит, только яд. Ох, тебя ждет нелегкий путь. Некоторые элитры отличны от прочих. Тебе нужно добыть от них Фелдью и съесть его. Не сможешь войти без этого. Но как только ты сделаешь это, тебе придется постичь все самолично, так он хочет. Обучиться, получить опыт. Я больше ничего не могу сказать. Нора к северо-востоку от Нью-Шиота. Так, а что еще скажешь про нее? Иди туда. Найди элитру и добудь Фелдью. Съешь его, и тут начнется твое путешествие. Ты будешь благодарить Тейдона, когда оно окончится. А, если живым вылезу, да? Хочу, конечно, спойлерить и все такое. Так, а что за Фелдью? Что это вообще такое? Вы мне все уши прожужжали с этим сумасшедшим. Объясни. О, негоже об этом говорить.
Имею в виду задание, данное тебе Тейдоном. Ты мне нравишься, малыш, но я не буду вмешиваться в дела Тейдона. Ну, ее, может быть, можно разговорить, попробовать. Продолжай. О, блин, давай попробуем. Так, у меня же есть заклинание иллюзии. Может быть, она мне как-нибудь что-нибудь по секрету нашепчет. Хватка. Ярости. Круто, нашепчет сразу. Так, хам-хам-хам. Хамелеон, да, инвиз. 33-52. Покоряющий глаз, вот. Что, попробуем? Он у нас что, в минус? Вот это плохо. Вот, заулыбалась сразу. Я широкоглаз. Ага, field you. О, не... Ага, блин. Значит, еще выше надо, ну-ка. Еще увидимся. Так. Что-нибудь более крутое есть? Чем покоряющий глаз? Наверное, нет. Значит, можно... Доминирующая. Нет, не то. Вот еще хваточкой сверху шлифануть. Может быть, она еще добрее будет. Ты желаешь... Не спеши 78. Рассказывай. Ну-ка. Хорошо. Во. Возможно, Тейдон хотел бы, чтобы тебя получше проинструктировали. Сказал он, что тебе нужно поговорить со мной или нет? Фелдью — это яд, малыш. Очень опасное зелье. Вначале тебе хорошо, потом действие его заканчивается, и если ты не примешь его опять, будешь страдать. Угу. А про чашу еще что-нибудь скажешь? Чаша в корневой норе. Чем ты слушаешь? Отверстием задним. Слухи? Да я скорее помру, чем пойду к больной Бернис. Хотя... Ну да, все, понятно. Прощай. Давай, что скажешь? Посмотрим, посмотрим. Изменения к лучшему, изменения к худшему. Время покажет, не так ли? Чаша? У меня есть ощущение, что мы уже говорили. Возможно, я прав, и мы действительно об этом уже говорили. Не могу припомнить то. Ну понятно, ты опоротый. До свидания. Долго не увидимся. Скоро встретимся, чтобы не было. Да, да, да. Красавчик. Ну, добро пожаловать в дом мать. У мужика отходники. Говори, сестра. Говори, поэтому... сестра. Да блин, он себя так ведет упорото. Так, слушай, что-то я заблудился, короче. Как выйти-то отсюда? В дворец Шагарата. Пойдем, короче, сейчас к корневой норе. Вот, сходим. Я вот, конечно, сейчас очень расточительно трачу ману. Просто могу с уверенностью сказать, что она нам там очень пригодится. А почему у меня 74% только? А, 75%, да. Запас сил влияет. Вот корневая нора. Пойдем мы, значит, от холма безумия. И посмотрим, что сможем сделать. Так, 309 монет. Как контейнер с горшком. Тут уже ничего нету. Хорошо, двигаемся. Блин, немножко не туда. Уже вечереет. Цветочек. Сохранимся. Давно не сохранялся. Не дай бог, игруха еще полетит. А у нас все диалоги в опе. Так, корневая нора. А вон пещерка уже какая-то есть. Давайте аккуратно, как скалолаза спускаться. Оп, как будто по веревке вниз. Так, хоп-хоп. Оп. Так, кстати, там обелиск. А там, где обелиск, там могут быть рыцари порядка. Если вы смотрели прохождение мое, этого самого, Шпилев Раскрег Реборн, да, то можете припомнить, как мы там из пещеры вытаскивали уже это Фелдию из насекомых, которые там были, элитры. Наверное, здесь еще никого нету, да? Оно не жмется. Но скоро, короче, вот возле этих обелисков они начнут появляться все. Вот, мы там разжились в Фелдию, и можно было бы спокойно сейчас читерить. То есть захавывать его горстями и не париться идти дальше. Но. Так, на нас нападают, вот что но. Как вы можете помнить. Ни хрена себе. А, так это матка.
Тут надо вызывать подмогу, пока я еще жив. Слава богу. А, нет, смотрите, она настроена решительно меня завалить. Так. И четверочку, четверочку. Ух ты. Красава. О, клык заката добавлен. Элитросолдат, кстати, это просто солдат. Офигеть, а матка нас бы вообще с удара порешила бы. Вот, сейчас придется все-таки по-честному играть. Так, жалко, конечно. Аж, по-моему, все-таки нету, да? И хор есть, но и хор это не то. Филди, мы можем куда-то его склад... А, подожди, вот и чит. Офигеть, классно. Значит, нам будет немножко легче. Хотя, тоже не факт, потому что... А, чем чаще ты его принимаешь, тем быстрее заканчивается его эффект. Поэтому, как бы, надо с этим тоже аккуратней. Так, скотина, скотина, скотина. Да подожди! Ай! Ну все, либо по мне сейчас проходит удар, и я падаю. Что вероятнее всего. Отличиться я не успею 100%. Только если увернусь. Блин! И эту тварь замочил. Ну сейчас вылет будет, скорее всего. Так, корневая нора, это, наверное, вот там, да? Вот тут пень большой светится. Поэтому давайте мы поверху пойдем здесь. Не хочу с тем солдатом сталкиваться никчемным. Смысл с ним драться. Только ману тратить. А вот детеныш элитры замочить стоит, который нас уработал. Блин. Да ты смеешься, а. А почему не светится телепорт-то? Офигеть. Да? Говори, гражданин. Близ. Замечательно. Поднаставил телепортов. Бабки только тратим. Так. Ой, туман еще. Клык заката. Слушай, ну где же там этот телепорт-то был? Я что-то его не приметил. Надо как-то обходить эту штуку. Ай. Вот здесь, наверное, уже... Да блин! Ты дичь какая-то. Что-то не получается сегодня нормально поиграть у нас. Опять какой-то полувылет. Очень долго не грузилась, и, короче, полоска эта красная тупо зависла. И я перестал ждать, через диспетчер задачи снял приложение, потому что, ну, скорее всего, это выйдет. Ого, нифига мы. Вот это полеты. Так, кстати, качается хорошо акробатика. Так, блин, я боюсь ходить уже здесь. Легко попасть можно, реально, какой-нибудь телепорт, нафиг он нужен. Сохраняться чаще надо. Так, так, а это что за место такое, интересно? И почему нас не видит святилище Декаденса? Нужен ключ. А, интересно. Можно было бы сразу войти в него. А, вон дитятка. А, это не дитятка, это... Это долбанный солдат. Все, перегруз поймал. Долбаная ты хрень, а. Убивай его, братан. Я, видишь, просрал. Опять заклинание почему-то. Отлично. Все, еще просранный. Игра сегодня явно против меня. Золото. И это мы еще не вошли в нору долбаную. Так, давайте свет включим. Ну, свет, включись. Начинает опять. Я не понимаю, в чем проблема? Что случилось? Гигантские сила воли и интеллект. Плюс удача еще на уровне. У меня такое происходит. Жесть какая-то. Слишком часто. Так. Долбанный детеныш.
Надо щит, наверное, прокачать, что ли. Чтобы как-то защищаться от этих зверьков всех. Потому что меня даже краб долбит. Ну давай, появляйся, я тебя намотаю на молнию. Ага, слышу, слышу. Вот она ты. Ага, нормально, парализовал тебя. Будешь знать, тварь. Блин. Гореть нельзя. Мы огня боимся. Ну, я думаю, что в конце концов мы попадем все-таки в эту долбанную нору. В ней мы ускоримся. Вот так вот. Быстрее пробежим ее, потому что там будет неприятно. Так, барьер. Мембрану нельзя сдвинуть рукой. Ну что, вперед? Так, давайте-ка я от греха, наверное, вот так даже сделаю. Так вот. Ага, хорошо. Так, и теперь. Где наша жесть? 8 штучек вперед. Так, для того, чтобы войти, зайти в корневую нору, пришлось принять фельдию. Мне нужно проявлять осторожность, продвигаясь по подземелью. Какая нафиг осторожность? Мне нужно проявлять скорость. Просто быстрое ускорение. Турбо. Так, хорошо. Минус. Либо минус я, либо минус этот чувачок. Отлично. Так, вопрос, как теперь пройти? Ну что за идиотизм? Кстати, фелдью, мы его когда используем, у нас вон, видите, нет, это не скорость. Что-то у нас повышается. Фелдью, вот эйфория, интеллект повышается, сила повышается, ловкость повышается. Нет, не повышается. Блокирование, урок, урок. Наверное, больше ничего пока не повышается. Книга стихов Шагарата, круто, конечно. Блин, надо шапку зачаровать. В смысле, подогнать по себе, я что-то все забыл. А книга стихов Шагарата понижает интеллект. Вот в чем прикол. Все-таки штраф-то есть у артефакта. Ух ты. Это тут большая тварь. Ай, блин. Ну и что, опять вылет? Да, конечно, вылет. Ну, будем клеить видос, что делать. Надо защиту от огня какую-то, я не знаю. Да ты сдохнешь или когда? Сволочь. Так, у тебя ничего нет, потому что не светишься, да? Вот реально, чуть-чуть обожжемся и все, до свидания. Так, на. С этим-то будет посильнее, да? Пожестче. А, нет, он уперся. Ну, какие-то толстые они все. Может, потому что я на 100% сложности играю. Да откуда? У меня слов нет. Откуда оно взялось вообще? Быстрое. Меня еще не накрыло, а у меня уже проблемы. Ну его нафиг, давай-ка ты лети, вали их всех. Я не хочу, мне надоело жать кнопку постоянно. Я сказал, иди убивай их всех. Бездарь. Назад, ничтожество. Что еще за чушь там была? Откуда выскочило это чудо-детеныш? Где он? Откуда? В невидимости, что ли, находился? Ничего не понимаю. На, скотина. Иди, гаси его, гаси. Еще один где-то, да? А, он может, кстати, сверху упал. Нет, не может быть такого. Тут верха нету. Так, сохраняемся нафиг. А то уж слишком как-то жестко они все встретили меня здесь. Так, огонек опять. Вот, вот эти светятся, у них надо пить филоди. Короче, суть в том, что его надо принимать тогда, когда нам уж сильно плохо станет. Что-то я не то, короче, нажал. А, я нажал скорость. Ну, кстати, нормально. Так можно и убежать от кого угодно. Иди мочи его. Я с ним не справлюсь в открытую. Что, нифига я белка-летяга. 358.
Это нечто, конечно. Так можно быстренько на невидимости все подземелье пробежать, да? Будет, наверное, скучно. Так. Мы становимся сломерей по Фелдю. Эффект приема Фелдю начинает пропадать. И возникают неприятные ощущения. Мне нужно либо добраться побыстрее до чаши, либо найти еще Фелдю, продвигаясь по норе. Ну, как я уже говорил. А, уже подмял перегруз? Да, ну, не может быть. Я что, такой нагруженный был? Блин, если бы я знал, я бы все это скинул. Придется принять. Придется принять, ребята. Вот, нам захорошело вновь. На. А, он сейчас так сдохнет, да? Да, отлично, сгорела тварь. Еще одна. А, так это матка. Чего я хочу? Они меня с удара выносят. Гех. Так, 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 так. Ну где-то там эта тварь... А, вон она. Да что опять происходит-то, ну? Отразилось, что ли? Да не может быть такого. Так, валим. Красавчик. Элитра трутини. Вообще, на самом деле, не опасная хрень, но почему-то... О, давайте так. Опа-на. Хотя зря это сделал. Почему? Потому что с маной у нас теперь могут быть... Да не то, блин, дебил. Проблема. Все-таки зелий на ХП у нас больше, чем зелий... О, смотрите, все. Че, правда все? А, нет, нормально. Зелий на ХП у нас больше. Поэтому... Желательно было бы пить их, конечно. Так, где-то здесь я слышал пеньки дымятся. Звук такой... Это пеньки, которые... В которых есть клад. Что-то покладено или положено. Здрасте. Примите посылку. Так. Еще ускоримся разок. Ах ты, ублюдок. Да, вообще красиво. Я на самом деле уже сбился с таймера с этими дурацкими вылетами, сколько мы снимаем. Поэтому если видео будет чуть меньше 30 минут, то вы уж не серчайте. Хотя не должно. У меня, к сожалению, время ограничено. Как вот так, да? Просто взяла моя тварь, меня и грохнула. Это нечто же. Просто подстава. Это, кстати, светится, придурок. Прячемся нахрен. Ему плевать, он вообще на меня не... На моего этого не смотрит, пацана. Эффект Фелдю опять пропал. Придется дорожечку вынюхать. Вот еще одно. Потом тут же его восстанавливаем, да? Тут же находим очередную дозу. Что это? Что это? А, полная янтарная ветвь. Вот, из этих янтарных ветвей, по-моему, делаются доспехи. Из тех самых матриц, которые мы... Ну, да, из тех матриц или в те матрицы. Матрица это как образец, как схема, да, получается. Вот которых мы насобирали. Так, давай, защищай. А, понятно. Вовремя слился, да? Это матка опять. Зараза. Ты нападать будешь? Наконец-то. Так, горим, горим, горим. Уже заканчивается. Что-то, вот я говорю, быстро, быстро. Мы сейчас с вами еще здесь останемся. Нафиг. Навсегда. Так. Можно, конечно, перышко тупо жрать. Ну, принимать, да? Стоп, 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 не смей падать. Так, там мы были. Я, наверное, сейчас так и сделаю. Перышко использую. Не буду злоупотреблять. Ну, потому что слишком часто принимать, это будет плохо для нашего здоровья. Хорошо. Так, куда идти? Ну, направо, очевидно, больше нам идти некуда. Да иди в баню, покажись. Вот она показалась, да? Молодец. Все,
Все, нас приперло, поэтому ищем перышко. Перышко у нас на быстрых клавишах нету. Поэтому где-то здесь оно должно быть. Вот оно, перышко. Стой, Денис, давай. Вперед. Не так уж нам и плохо пока, а? Когда сильно припечет, тогда и будешь в обморок падать. Так, сохранимся. Ё-моё, ну тут очевидно надо вызывать подмогу. О-о-о-о. Блин, а я думал, он на меня полетел. Это плохо, что я его призвал. Ну ладно, он хоть за меня. Так, я опять не мог. Да ты что творишь-то, ну? Жесть какая-то с этим бафом. Посмотрите, что творится. Не могу, и все нормально, бафаса. Какие-то приколы происходят. Так, они его сейчас завалят. Подожгем одного. Что, добьешь или как? Наконец-то. О, уже, кстати, просто сильный дремора. А чё это так плохо? Он же должен быть мощнейшим. Что значит нечего? Почему ты сильный? Ты чё, у меня упал, что ли? 192, а почему так? А почему он реально падать начал? Сапоги скалолаза, хорошая вещь, возьмем. Нет, слушайте, он что-то правда испортился у меня. И это не из-за запаса сил, самое что интересное. Блин, две матки. Ну они сейчас его растащат вдвоем. Нет, это надо что-то менять. Это что-то, видать, видите, в чем-то у меня прогресс повышается, а в чем-то он понижается. А, ну он все, он не боец. Сейчас они его завалят. Да иди ты в баню. Срывы эти заклинаний. Так, все, улетел. И мы убегаем, да? Маны не хватает, все, ну, наконец. Ну, конечно, если ты дегенерат, будешь против меня драться, нам конец. Ну, ты сильный, Дремора, почему ты портишься так? А, во, вроде за нас, да? Слушайте, мы попали, походу. О, наконец. Хоть одного замочили. Блин, вовремя меня еще и перегрузило. Но мы умудрились убить все-таки этих тварей. Где это перышко долбанное? Боднуй бы тебе в голову за то, что ты ослабел, скотина. Так. Ничего, и ты у нас тоже не светишься, да? Отлично, замечательно. Столько времени потратил на двух бесполезных тварей. Последствия, пишет, исчезновение эффекта Фелдю нарастает, и я предлагаю нам с вами травматическое. На эти последствия... А, здесь я был. Посмотреть уже в следующей серии. Пока спасибо, что смотрели. И свои коронные фразы говорить не буду. Если захотите, подпишитесь, поставите лайки. То есть это же добровольно. Я просто напоминаю вам, чтобы вы не забыли, что есть такая функция — поставить палец вверх, чтобы поддержать любимого ютубера и таким образом позволить ему выйти повыше. Кстати, прикольно так смотрится, да, ворота эти такие. Ну вот без света не прикольно. Впереди такое, как будто в каком-то лесу таком древнем. Вот, друзья, всем пока, ждите следующих серий.